Сегодня я купил туалетную бумагу. Харьков, туалетная бумага новинка. Сделана в Украине. Стоит 5 гривен. Достаточно плотная. В смысле, плотный рулон. Не знаю, сколько метров. Будем надеяться, что метров 40 есть. Куплено это было в Форе. Супермаркет такой в Украине. И 5 гривен, это где-то 20 центов, чуть меньше. Так, надо разворачиваем и смотрим. Ну, бумага, скажем так, одинарная. Достаточно такая. Ну, я бы не сказал бы, что сильно рвучая. Рвется, если в один слой. Нет, не нравится мне такая. Но кому-то понравится своим ценой.